Вот, ребята, мы находимся возле того самого канализации, того люка. Мы можем, кстати, поднять, посмотреть. То есть они не демонтировали, а должны были демонтировать и это все убрать после себя. А, ну да, вот лужа стоит, там вода. А, да, кольца вон. Видно? Вон вода. Видишь? Вода стоит, да. Этот люк, он на следующий год может прогнить, и здесь вполне возможно может даже человек может человек провалиться, остаться инвалидом. И здесь машина вот будет ехать, трактор какой-то будет. Вчера чуть не повредился. Я вам больше скажу, там бабаёшка живет. Ну да, и какие-то кольца стоят. Вот надо бы разобраться, кто это нарушение сделал, ну надо устранить как-то. Ну конечно, сейчас зима, весна. И туда кто-то ровненько ну, уйдет. Вот дорога, видишь, тракторы ходят здесь. Все, он и смотри, обрати внимание. О, смотри, он тут проехал, еще бы полметра, и он был этот самый. Еще и с утеплителем, чтобы не промерзло. Да. И обрати внимание, смотри, видишь вот эта вот земля? Они сняли плодородный слой земли, сюда это самое насыпали, да. А здесь вот земля, здесь ничего не растет. Ты видишь? Дави. Вот там травка, здесь ничего нету. Поэтому здесь этот... Какие? Здесь песок идет. Какие здесь нужна культура. Надо снять здесь этот... песок на 3 метра в глубину песок идет. Никаких грунтовых... То же самое надо устранить. Вот я и не видел. Ну, будем поднимать, не будем. Ну, конечно, нужно поднимать. Но это же нарушение. Его здесь не должно быть. Не должно быть. Значит, я нужно думаю, принять меры к ликвидации вот этих последствий, вот эти продукты жизнедеятельности вот этих людей, я так понимаю, алворовцев. Я думал, что там есть два варианта. Или государство за государственные деньги, это народные деньги, правильно? Ну, конечно. Или же за народные деньги государственные это будет восстановлено. Или думаю, за нет. деньги вот этих предпринимателей. Ну, я думаю, что это должна Алвора выбирать. Алворе кто заплатил? Заказчик. Ну вот пусть они там между собой как-то решат, что нужно все-таки это демонтировать, эти продукты жизнедеятельности убрать за собой. Вот. И тем более они как-то... Хорошо, а с землей то, что здесь ничего не растет? Нет, ну конечно нужно культурить. Мы здесь все-таки находимся. Вот уже третий месяц. Мы же должны идти по чистому газону. Нам обещали чистый воздух. Правильно? Чистый воздух сейчас есть? Есть. И почему здесь нет газона? Мы испытываем какой-то дискомфорт. Правильно? Правильно. А у нас, как говорит зомбоящик, страна для жизни. Правильно? Правильно. Правильно. Вот, а что мы делаем? Страну для жизни. Чистый воздух есть. Вот нам iPower обещал. Он есть. Вот. И нужно добиваться, чтобы был все-таки газон. Все-таки сейчас жара. Полежать, отдохнуть, посидеть. Все-таки нас здесь 70 человек. Вот. И нужно что-то писать, что-то делать. А, ребята, вы обязательно узнаете, чем это закончилось, будут ли какие-то предприняты действия со стороны руководства компании iPower, или же все, как обычно, у них идет на самотек. Короче, вы все это увидите, так что не переключайтесь, смотрите. Нет, ну они инициативные ребята, я думаю. Они проявили инициативу, вот, заботятся о нас. Они закрыли люки, чтобы мы туда не попадали. Дождеприемники закрыли жестью, я так понимаю, чтобы мы туда свои босы ноги не сунули. Вот. И я думаю, что они проникнут за счет ответственности и высадят газон. Вот. И мы будем отдыхать. Не напрягаться уже, а отдыхать. Спасибо, iPower.